Друзья, всем привет! Ой, а кто здесь греется на солнышке? Друзья, это наш любимый попугай Макс. Вот тут гости были. У попугая, видно, не одни. Да, Максик? Привет, привет, наша птичка. Привет, привет, мой хороший. Скучает тут по мне, да? Я так по тебе скучаю, мой хороший, любимый попугай. Вот, положили ему тут разные угощения, чернослив и яблоко, и даже печенька. Но он печеньки не ест, друзья, поэтому такие угощения ему не подходят. Вот только орехи, ягоды, фрукты. Ой, какой красивый. Крылья у нас большие. Да, держится. Да, наш хороший попугаюшка. Ой, какой красивый. Смотрите, друзья, несмотря на то, что впереди осень, у него продолжают появляться перья, ведь этот процесс регулярный. Совершенно регулярный, на ежедневной основе, так сказать. Как у нас с вами волосы, так и у попугая каждый раз вырастают новые перья. Под вечер убрали уже попугаю Максу зонт, потому что уже не такое яркое солнышко. Ему наоборот сейчас огромное удовольствие доставляет. Наслаждаться, да, наслаждаться солнечными лучами. Поэтому он здесь с огромным удовольствием встречает посетителей. Всегда в хорошем настроении. И ждет вас в гости, друзья. Ведь когда... Хочешь яблоко, Макс? Держи. И от меня тоже не хочет. Смотрите, какие у нас прикольные яблоки. Ой, упало. Упало яблоко. Так вот, друзья, когда наступит, конечно, холодная пора, то он будет реже появляться на улице. Только когда будет теплая, комфортная погода, ведь ему тоже нужно на прогулочку. А летом, весной и осенью он гуляет каждый день. Конечно, если холодный дождь, холодный ветер, то Макс, конечно, уже проводит время в помещении. А так, пожалуйста, сегодня очень теплая, комфортная погода. И наш любимый попугай Макс здесь, на улице, как всегда. Поэтому, приходя в зоопарк, вы всегда застанете нашего попугая. Всегда сможете с ним пообщаться. Он очень хороший, он очень веселый, очень фотогеничный. Все становятся вот здесь, рядом с Максом. И он с удовольствием позирует, чтобы у наших посетителей остались... Не только теплые воспоминания, но еще и красочные, яркие фотографии, сделанные на территории зоопарка, рядом с нашими любимыми питомцами. Да, да. Любит Макс проводить время в компании посетителей. Поэтому всегда рад встрече с ними. Да, Максик? Скажешь, да, да, смотрите, какой красивый. Красивый у нас попугаюшка. Вот. Да, скажи, друзья, приезжайте к нам в зоопарк. Приезжайте, мы всех ждем. Мы всех вас ждем. Да? А зоопарк, друзья, напоминаю, работает каждый день. Без перерывов и выходных. Поэтому не откладывайте в дальний ящик поездку, а приезжайте в зоопарк. У нас, видите, несмотря на то, что осень у нас... Все зелено, все сочно. Понятное дело, что у инжира скоро опадут листья, у некоторых других растений, но у нас в зоопарке полно вечно зеленых растений. Полным-полно. И поэтому улицы зоопарка всегда прекрасны. Вот смотрите, какой потрясающий вид. Супер! Крымские горы, цветущие растения, зеленые деревья, пальмы. Просто райское место. Да, Максик? Скажи, я жду вас в гости. Ой, ох, любитель, чтобы его погладить, почесать. Любит внимание, поэтому, друзья, чем чаще я к нему подхожу, тем больше ему нравится проводить времени. Вот такой красивый попугай. На фоне этой бамбуковой аллеи. Красота. Шумит фонтан, играет красивая музыка.
У всех посетителей восхитительное настроение. Все рады и счастливы приехать в наш любимый зоопарк. Поэтому, друзья, повторюсь, приезжайте в наш любимый зоопарк в городе Ялта, который называется зоопарк «Сказка», в парк «Львов Тайган» в городе Белогорск и наслаждайтесь общением с нашими любимыми питомцами. Вон, видите, как Максик подставляет свою голову, чтобы его погладили. Да, говорит, ну что? И смотрит, видите, вниз головой перевернулся. Красавец. Но у меня, друзья, полная ведерко разных угощений. И я иду к другим питомцам. Ведь здесь очень много интересных животных и птиц. Поэтому приезжайте в наш любимый зоопарк и общайтесь с нашими любимыми питомцами. Ну, а я иду дальше к другим. Да-да, Макс, иду. Не могу стоять целый день с тобой, а пойду еще к другим людям. А то сзади меня уже выстроилась очередь людей, которые хотят сфотографироваться с нашим любимым попугаем. Всем хорошего дня, пока!